Мне кажется, что каждая уважающая себя женщина знает серию Клеопатры «Мед и молоко». Ну, к сожалению, я вам все показать не могу. Эта серия нами очень любимая, нами с дочкой. И основной состав серии в виде вот такого геля для душа, гель-крем для душа, в виде крема, еще сахарного скраба, находится у нас на другой квартире, там, где живет дочка. В Воронеже. А здесь, ну, шампунь закончился, остался кондиционер, вот такое мыло. Вы знаете, об этой серии ходили легенды, еще когда только-только мы стали о ней рассказывать. Мыло есть другое, в другом виде есть, более прозрачное, ну, разное. В любом случае, ой, друзья, ну, такой запах, хочется прям вдыхать эти ароматы и наслаждаться. Эта серия на самом деле удивительная. Какие же у нас ходили, сейчас не знаю, не слышала, ходили легенды про эту серию, что женщина купила для себя этот крем, мед и молоко, вот в таком формате, 250 миллилитров, вот такая большая баночка, вот, приняла душ, нанесла этот крем, и муж был настолько очарован, что в многолетний брак была добавлена искорка, яркая такая перчинка, и, ну, можно сказать, у супругов состоялась ночь любви.